Добрый день, друзья! Меня зовут Александр, и я приветствую вас на проекте «Строй и живи». Разгрузили мы лес в 10 метрах от фундамента. Для чего? Для того, чтобы, перекладывая его ближе к фундаменту, проводить антисептирование и, перекладывая еще ближе к фундаменту, складывать уже в штабеля. Для чего? Для того, чтобы непосредственно при строительстве лес лежал близко от фундамента и не надо было его носить издалека. Лес к нам пришел в таком виде, то есть доски сложены друг на друга без всяких прокладок. Мы же после проведения антисептирования между каждым слоем досок установили вот такие прокладки. По длине 6 метров их должно быть как минимум 3 штуки, для того, чтобы доска не провисала. В щелях между слоями досок гуляет ветер и происходит естественная сушка леса. Друзья, я решил почаще проводить различные бесплатные вебинары на разные темы о загородном строительстве. Для того, чтобы вам поучаствовать, поприсутствовать на таком вебинаре, достаточно зайти в описание к этому видео, нажать соответствующую ссылку и ознакомиться с расписанием, зарегистрироваться и до скорой встречи на ближайшем подобном мероприятии. Фундамент на этом объекте нам достался вот такой. Это обычная плита. Заехали на объект мы рано утром, поэтому пока еще было более-менее темно. Лазерным уровнем пробили уровень, посмотрели, ну тут есть определенный перепад. Два угла с одинаковым уровнем, а эти два относительно этих двух. Один ниже на 2 сантиметра, другой на 4. Поэтому прежде чем приступать к строительству дома, нам придется произвести здесь небольшую реконструкцию этого фундамента. Ну а это уже в следующей серии. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. До новых встреч!